И к новостям спорта. В Якутске стартовал первый этап чемпионата России по волейболу «Сидя». В течение 4 дней соревнования пройдут во Дворце спорта 50 лет Победы. За чемпионский титул борются 6 команд. Это сборные Омской, Московской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и 2 команды, представляющие Якутию. На площадку выйдет 8 заслуженных мастеров спорта, что, несомненно, придает высокий статус турниру. Церемония открытия прошла утром. На ней почетным знаком Министерства спорта Республики отметили старшего тренера сборной команды России Александра Овсянникова.